Это мой ужин сегодня. Ну, сейчас у нас 17:20. В принципе, я ужинаю в такое время. Это авокадо с чесноком. Это обычная овсяная каша без чеснока. Ну, сегодня мне захотелось овсяной каши. Это орехи вместе разные виды орехов и изюм тоже разный. Если кто не знает, изюм очень полезен для сердца, ну и не только, там очень много витаминов. А в орехах также и микроэлементов разных, очень полезных. Это очень важно есть каждый день, имейте в виду. Особенно, даже не важно, не нужно допускать, чтобы были проблемы какие-то со здоровьем. Просто именно вот для того, чтобы поддерживать свою хорошую физическую форму в любом возрасте, неважно, хоть подросток, хоть взрослый человек, это не имеет значения. Вот, видите, это английское производство. Здесь разный изюм и разные орехи. Сначала я буду есть, естественно, кашу, а потом или сначала авокадо. А спустя час, видите, как много чеснока. Кстати, ешьте чеснок, потому что сейчас, ну, наверное, это, ну, в любом случае чеснок это как бы природный антибиотик, поэтому кушайте чеснок. Ну вот, каша, чеснок, авокадо, орехи, изюм. Никаких излишеств. Все очень спокойно. Но меня сегодня устраивает такой ужин. Я, в принципе, никогда не переедаю. Вот. И вам советую того же. Ну, я не знаю, может, кто-то не наестся. Но если, допустим, если вы не наедаетесь таким ужином, ешьте спустя там час что-то, как бы перекус какой-то делайте, но не все сразу, чтобы не растягивать желудок, потому что потом аппетиты будут намного выше. Ну вот, в общем, я показала жизнь на карантине, вернее, один день на карантине. Всем желаю счастья, в первую очередь здоровья, чтобы ни у кого не было никаких проблем, чтобы все семьи были здоровы. И, наконец-то, чтобы все это закончился, этот кошмар, чтобы закончился, и чтобы все мы, наконец-то, могли снова жить полноценной жизнью. Но в любом случае радуйтесь каждому дню. Все, спасибо. Спасибо, всем всего доброго и здоровья. Самое главное.